Всем привет, это канал «Жизнь барахольщика», меня зовут Александр, я покупаю и продаю старые вещи. И сегодня долгожданный выпуск «Что приносят люди в скупку?» Поехали! У него был магазин цветов и было красивое оформление, где стояли вот эти две замечательные колясочки. Начало 20 века, это Германия, он украшал интерьер магазина. Магазин, к сожалению, закрылся. И человека, наверное, года два или три лежали эти колясочки, он пришел, мы разговорились, купили, конечно же, мы их очень дорого, но человек приятный, и нам тоже для интерьера они пригодятся. Купили мы две эти коляски за 15 тысяч рублей. Коляски шикарные, не хватает сюда куколку положить, плетеные, очень интерьерные. Ну, в Европе их много, в России не так много. И вот эта такая тоже замечательная. Можно сюда даже куколку положить и повозить. Сейчас мы ее положим. Жалко, что куколка маловато чуть-чуть для этой колясочки, но можно играть, катать. Пока он отдыхает, мы начинаем показывать следующие вещи. Шикарные каминные часы принесла девушка. У нее мама уехала в Португалию. Ее муж реставрировал сам, что-то красил, что-то подделывал. Так что здесь явно видна реставрация, но они очень красивые. Говорит, что на ходу, но мы еще их не проверяли. Можем, кстати, попробовать проверить. Или не будем проверять. Будем. А сейчас мы вместе с вами заведем их. Они уже заведены. Сейчас попробуем на 12 поставить стрелочку. О, сейчас бахнет. Он не доходит. Что, не бах? Не, он просто маятник не доходит. Он бьет и не доходит до этого, до звонка. Надо вверху. Ого. О. Сейчас еще раз попробуем. Не такой должен быть звон. Надо отрегулировать. Купили мы их за 25 тысяч рублей. 25 тысяч рублей за шикарные каминные часы. Мрамор, да? Ну, да, мрамор. Красота какая. На сколько продаваться будет, скажите? Не знаю, попробуем по максимуму. Поставим 1080. А там, если что... 85. Дешевле отдадим. Если бы я умел играть на гитаре, я бы, конечно, бы сыграл. Нам принесли три гитары. Вот это шикарная гитара. На самом деле оказалась очень дорогая. Купили мы ее вообще за 3000 рублей. Но что-то начали копаться в интернете, и она стоит 40. Но мы попробуем ее продать 1000 за 15. Удастся это или нет, тоже не знаю. И еще две электрогитары. И еще комбик к ним. Женщина, здесь струн нету, женщина сказала, что у нее покупал внук, внуку они больше не нужны, внук куда-то уехал, и уже года три эти гитары у нее лежат дома. Это басуха. Басуха. И еще комбик к ним есть, мы подключали. Она за десятку стоит у нас. Но мы их поставили по 10 тысяч рублей. Вот уже человек сказал, что придет смотреть, может быть, даже сегодня. На днях. Там даже два человека уже написало, что они придут. Купили мы их по пятерке, поставили по 10. Но мы на аукцион поставили по 10, а так будем попробуем по 15 продать. Хотя я разочаровался, когда их купил, потому что мы купили их по 5. А нам скинули знакомому и сказал, ну по 7, по 8 продадите. Но мы поставили десяточку и уже едет человек. Женщина делала шикарный интерьер у себя дома. Купила эти бра-канделябры, я не знаю, как они называются. Полностью их отреставрировала, подвела электричество. И в доме она мерила, мерила, мерила. Целые два года делала ремонт. И она говорит, и не могу их вписать в интерьер. Потратила кучу денег. Она их сама покупала за какие-то безумные деньги. На реставрацию отдрала безумные деньги. И в итоге я у нее купил это все за 25 тысяч рублей. 25 тысяч рублей. Это кошмар. Ее внук... сделал на доску, чтобы их не портить, чтобы не поломать. И вот в таком состоянии принесли нам. Ну, сюда только лампочку вкрутить и подключить, и все. Шикарная штука.
На сколько уйдет? Не знаю. Что? Еще будем оценивать, и я думаю, что найдется желающий, потому что здесь уже готово, можно взять, повесить, и все, для интерьера уже все сделано. Такая имперские штуки такие, вон, вензеля. В баньку. Ну, очень красиво, на самом деле. Осталось найти только интерьер. Ну, выставим в интернет, мы там быстро найдем кого-нибудь, кому пригодится это. Шикарные пластинки, купил я их дорого, каждую по 1000 рублей, что не свойственно для меня, мы обычно так не покупаем дорого, но я не мог отказать. Человек, у него был проигрыватель, он сам покупал, но сейчас уезжает в другой город, проигрыватель уже продал на Авито, пластинки просто принес и сказал, мне уезжать срочно, берите по 1000, и я, конечно же, купил, они офигенные. И макуатула. Блин, ты, Саша, читай название, потому что я... Я тоже не знаю. О! Это у нас кто-то. Игорь. Игорян. Аквариум. Аквариум. Дети декабря. Iron Maiden. Железный человек. Pink. Depeche Mode Ultra. Queen. Billy Joel. Little Big. У нас есть еще одна пластинка, которую я специально купил в магазине, чтобы у Антона Лисова подписать, и он нам подписал. И мы еще и пригласим его. И еще скажем, заставим. Да, чтобы он нам тут подписал ее. Ван Хален. Ван Хален. Ван Хален? Хален. Вот. Короче, пластиночки вообще офигенные, на самом деле. И в магазинчике они уже сейчас по 2, по 3 тысячи рублей, какие-то даже, может быть, по 5. Борис Гребенщиков и Сева Геккель. Концерт на Таганке. При желании, бывает, не купишь пластинки такие. А тут принес человек, вот срочно нужны деньги. Теперь будем слушать. Да. Да. Бутафорские рога. Девушка их делает сама. Говорит, что хорошо покупают. Это все сделано из бумаги. Не знаю, как ее носить. Наверное, так носить. Вообще непонятно. Мне казалось, что они должны быть кверху. Но не суть. И в итоге она принесла и сказала, продавайте их. Продадите деньги пополам. Я говорю, за сколько продавать? Она говорит, ну, как хотите. Но себестоимость их 1500 рублей. Ну, мы попробуем 1003 продать. Ну, возможно, какие-нибудь девчонки на какой-нибудь корпоратив либо для какой-нибудь фотосессии купят эти рога. Так что, или на адреса будешь, да, ездить. Еще, кстати, у нас есть подстаканничек. Шикарный эмалевый подстаканник с видами. Здесь зима, без сколов, без трещин. Мы его купили в проекте «От 100 до миллиона». Вы скоро выйдет на следующей неделе. Вы увидите, за сколько мы его купили. Ну, кто хочет купить, может купить. За сколько? Он 10 тысяч рублей. Хотя бы для подписчиков. Я был в шоке, когда мне принесли эту вещь. Человек замотал ее в гигантскую пупырку и притащил это граммофон с подставкой под граммофон. Аристон. Как стиральная машина, да? Да. Но это интерьерный граммофон. Стоял в кабинете у начальника. Сейчас делают там ремонт. Фирму расформировали или она существует, я так и не понял. И решили продать эту вещь. Я сказал, сколько вы хотите. Человек, он не понимал, он сказал, нам надо его куда-то деть. Я предложил сначала на комиссию по их цене. Они сказали, нет, дай наличку. И в итоге я купил его за 45 тысяч рублей вместе с подставкой. Он не работает, но он как бы... Он работает, но у него почему-то неправильно голова, я вот все разбираюсь. Но мы с ним разберемся. Я думаю, что вызовем своего специалиста, и он скажет, в чем тут дело. Но механизм крутится, сам звукосниматель есть на месте, подставка в шикарном виде, ну, интерьерные вещи... Я думаю, что позавидует любой ресторан, любой другой кабинет и какой-нибудь начальник. Так что мы его сейчас будем продавать. Тоже будем цену определять. Ну, наверное, 1080, может быть, 100 попробуем. 150. Ну, не знаю, 150, но может быть и дороже. Сейчас мы пробьем, позвоним своему патефончику. Он придет, посмотрит и посоветует, за сколько нам продать. Потому что за эти деньги, я думаю, что мы всегда продадим. Ну и не забывайте подписываться.
Все? Ну да. Ну и не забывайте подписываться, ставить лайки. Кто не видел предыдущий выпуск, обязательно посмотрите. Вот здесь появится такое окошечко, что следующий выпуск. Если у кого-то есть желание посмотреть эксклюзивный контент, переходите на Boosty. Там видео не для всеобщего обозрения. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр. Ой, Вася, смотри, какой свет красивый. Сейчас вылетит поселок, голову отрежет. Пружину надо расслаблять, чтобы патефон был не в напряженном состоянии.